Экс-прокурор за решеткой в США, как насмехаются над египетским генералом, и во Франции взрыв в театре. Об этом и не только наш обзор. Взрыв в Париже во время репетиции спектакля 1789 «Любовники Бастилии». Ранены 15 человек, пятеро в критическом состоянии. В основном это артисты. Оказалось, один из технических работников случайно поджег пиротехнические устройства, которые должны были использоваться во время представления.